Выживание в зомби-апокалипсис зимой – суровое испытание для каждого. Даже небольшая ошибка может привести к тому, что ты превратишься в зомби или замерзнешь насмерть. Поэтому всегда необходимо думать о своей безопасности. Размышляя на тему о том, как лучше пережить такой опасный конец света, я понял, что нельзя оставаться на месте, а нужно как можно чаще менять свое местоположение. Именно так мне и пришла в голову идея о том, чтобы пережить конец света на поезде. Привет, призраки, это я, Гост. И сегодня я попытаюсь отыскать и починить поезд, на котором мне предстоит выживать в зомби-апокалипсис. Мы будем путешествовать по всему Лос-Сантосу, собирая провизию и припасы. Будем искать наиболее безопасные зоны на острове, а также сражаться с толпами ходячих мертвецов. Я попытаюсь построить настоящий бронелокомотив, который будет невозможно сдвинуть с рельс. Но для этого нам будет необходимо много ресурсов. Прям очень много. Но для начала постараемся хотя бы отыскать оружие и припасы, а также аккумулятор, который позволит мне запустить поезд. На поиски этих вещей я отправился в Палета Бэй, где зомби еще не так много, и есть небольшой шанс на то, что мой план сработает. Но есть кое-что, без чего мой план рухнет в первую же секунду выживания. Без вашей помощи и поддержки, скорее всего, я погибну уже в первый день. Поэтому ставьте лайки под этим роликом прямо сейчас и как можно больше. И не забывайте подписываться на канал. Желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Фух, как же, блин, холодно. Надо зайти в помещение хотя бы на минутку погреться немного. Так, ладно. Зомби вроде бы не видно. Надо осмотреть еще всю территорию с бинокля на всякий случай. Потому что они могут появиться в любой момент. Так, с этой стороны упавший вертолет. Там тоже какая-то сломанная дорога. Но действительно, зомби я не вижу. Возможно, получится пройти к полицейскому участку. Первым ключевым местом, которое я решил осмотреть, стал полицейский участок на окраине Палета Бэй. К сожалению, у меня нет никакого огнестрельного оружия, а это единственное место, где я смогу его попробовать отыскать. И я нахожусь я как раз неподалеку от него. Блин, главное, чтобы сейчас зомби резко не появились и не напали на меня. А то отбиваться от них фонариком было бы очень неудобно. Так, ладно, вход в полицейский участок находится с другой стороны. Боюсь, что через этот высокий забор у меня пролезть не получится. Поэтому придется обходить по главной улице. Черт побери, там наверняка есть зомби, которые могут заметить меня и привести сюда целую толпищу подобных зомбарей. О, надо как-то быстрее все это дело провернуть и уже уходить отсюда. Единственный момент состоит в том, что мне придется двигаться дальше, вглубь Палета Бэй. Для того, чтобы найти аккумулятор, без него завести поезд у меня точно не получится. Все дело в том, что зомби-апокалипсис начался уже достаточно давно. И как вы понимаете, электричества больше нет. Плюсом к этому зима, холод. А даже если где-то и оставались запасы электричества, то они уже точно кончились. Но рельсы питаются практически всегда на аварийном питании. При помощи аккумулятора я смогу подарить новую жизнь поезду и завести его. А уже дальше, передвигаясь по железной дороге, он будет сам регенерировать для себя энергию, которую впоследствии будет использовать. Ближайшая стоянка поездов находится за фабрикой Factory Bells. Именно туда я и отправлюсь, когда найду все необходимое. Фух, ладно, последний рывок! Я уже буду в полицейском участке. Так, зомби пока что я вроде как не видел. Все, тихо. Фонарик. Надо обязательно взять фонарик, потому что зомби может быть в любом углу. Так, электричества давно уже нету, как я и полагал. Так, двери... О, черт, закрыты, а? Это тоже, наверное... Да? Блин. Их я выбивать сейчас не буду, потому что меня сразу же услышат зомби и сбегутся на эти звуки. Погоди-ка, а эта дверка... Да черт побери, а! Все закрыто. Ах, кажется, оружие мне здесь не добыть, да? Погоди-ка. Пистолет! И обойма еще есть с патронами! Так, подожди-ка. Оп, берем. Отличненько. Так, теперь у меня есть пистолет. Очень-очень хорошо. Значит, все-таки я сюда не зря пришел. Так, подожди, может быть, еще получится здесь что-то отыскать? Провизию, консервы. Не знаю, бинокль, кстати, есть. Ладно, бинокль у меня и так есть. Вау! Дробовик! Этого я даже и представить не мог, что получится найти такое хорошее оружие. Так, оп, берем. Все, отлично. В итоге получилось отыскать аж 36 патронов на пистолет. А само собой сам пистолет, а также помповый дробовик.
С одной обоймой 8 патронов. Да, жалко, патронов еще тут не было, я все поискал, но, к сожалению, это единственное, что получилось здесь найти. Ладно, пора бы двигаться дальше. Кстати, место, которое я планирую посетить, находится совсем неподалеку. Этим местом является пожарная станция, которая когда-то давно создали целую базу выживших. К сожалению, из-за зимы базу пришлось покинуть. Не знаю, что стало с ее жителями. Возможно, все замерзли, либо превратились в зомби. Не хочу тащиться по главной улице, поэтому пройду лучше здесь. Попробую найти более безопасную дорогу, перелезу просто через забор. По главной улице все-таки больше шанс встретить каких-нибудь зомби. Так, но зомбарей я вроде пока что не вижу, меня это очень сильно радует. Неужели палета Б действительно намного безопасней? По-моему, краем глаза я там видел одного зомби. Либо мне показалось. Так, ладно. Вау! Черт побери! Услышал меня, что ли, а? Или унюхал? Так, ладно, надо проходить. Искать аккумулятор! Я думаю, что рядом с пожарным участком-то он точно должен быть! Тем более в базе выживших! Где это можно сделать? Где его поискать, а? Черт побери, зомбари! Так, ладно, получится его, может, оглушить при помощи оружия. Давай, получай! Вот так, отлично. Черт, я, кажется, его не грохнул. Да, одного удара точно недостаточно. Блин, еще и сзади подходят, а там аж двое идет. Так, давай попробую тебя, может быть, да получи ты! Не вставай больше! Все, ладно, вперед! Попробую обойти с этой стороны. Аккумулятор, пожалуйста! Ну хоть где-то! Ух ты ж, ё-моё! Что здесь вообще происходило такое? О, что-то мне подсказывает, что на эту базу было совершено нападение. Судя по этим остаткам. Так, ладно. Где они хранили все припасы? Эти выжившие 100% ведь что-то напасли за это время. Здесь ничего нету. Да блин, внутри что ли? Ну-ка, дверь. Да ё-моё, тоже не открывается. Так, стой. Какие-то коробки. А-а-а! Аккумулятор! Еще и подходящий больших размеров! Так, надо быстрее брать его и просто сваливать отсюда. Так, берем! Ох, капец, какой он тяжеленный! Ладно, хоть в сумку влез. Ах, я сейчас точно не смогу с ним бегать. Придется идти максимум вот так. Ладно, ничего страшного. Фух, нужно быстрее передвигаться к фабрике, поскольку там и находится... стоянка поездов. Черт побери, зомби уже и здесь. Да не хочу я с тобой стреляться туда! Еще больше нашумлю, зомби сбегутся! Так ладно, да получи ты! Ё-моё! Так, отвалите! Дайте перелезть! Воу! Как тяжело это делать с этим аккумулятором-то! Блин, сколько он весит! Килограмм... О, 30 как будто! Черт побери, а здесь уже придется стрелять! Получайте! Грёбаные зомби! Так, посмотрим, что у тебя. Отличненько. Немного-немного припасов. Так, у тебя тоже. Ладно, хорошо, мне это понадобится. Здесь тоже. Все, теперь точно надо убегать. Да блин, не могу быстрее, ничего сделать вообще не получается. Максимальная скорость моего передвижения. Ох, ё-моё, зомби вообще везде. Так, давай тут попробуем пройти. Отличненько. Здесь еще есть эмунация, где я бы мог пролутаться хорошенько. Вон, кстати, ее значок. Но я боюсь, что у меня уже не получится этого сделать, потому что зомби поблизости прям дофига. Хотя там наверняка есть пушки, при помощи которых можно было зачистить всю эту территорию. Блин, давай. Ох, хорошо. Так, ладно. Теперь нужно как-нибудь пробежать на стоянку поездов. Она находится прямо за этой фабрикой. Ладно, попробую обойти эту небольшую кучку зомби вот с этой стороны. А после этого уже там по прямой получается я добегу. Черт бы побрал, а! Не могу бежать, вообще не получается. Стамина качается очень быстро. Так, ладно, здесь через самолет. Хорошо. И вот здесь просто через шлагбаум можно пробежать. Так, ладно, получится его перелезть, нет? Давай. Ох, жесть. Ох, этот аккумулятор, я просто в шоке. Ох, ладно, сейчас можно хотя бы расслабиться. Зомби остались позади. Можно уже не бежать так быстро. И просто заняться починкой поезда. К счастью, мой план сработал. У меня действительно получилось отыскать поезд позади фабрики. И судя по обилию прогнившего металла, стоит он тут, кажется, уже очень давно. Ах, что ж, посмотрим, получится ли у меня его завести. Ох, блин! Надо уже уходить с улицы, потому что температура упала еще будто на пару градусов. Уже реально очень холодно. Но главное, что получилось отыскать поезд! И при этом очень много вагонов у него. Это отлично, потому что каждый из этих вагонов я смогу протюнить.
я смогу создать настоящий огромный локомотив, на котором буду выживать во время зомби-апокалипсиса. Ах, ладно, рано мечтать, надо еще попытаться его завести при помощи этого аккумулятора. Я не знаю, получится ли у меня хоть что-то, но буду на это надеяться. Радует еще, что здесь на депо не так много зомби. Просто им тут делать абсолютно нечего, люди здесь не ходят чаще всего. Да и что тут искать вообще такого? Ох, ладно, надо добраться до головного вагона. Вот до этого. И попытаться его завести. Так, подключусь где-нибудь спереди при помощи проводов, поставлю аккумулятор и попробую хоть как-то его расшевелить. Так, ладно, оставлю аккумулятор здесь. Фух, прям реально намного легче стало. Эта штука весит килограмм 30, серьезно говорю. Так, ладно, пора бы залезать вовнутрь уже. Оп, отлично. Так, теперь попробую поддать немного мощности. Так, давай, немножечко совсем. Вот, отлично. Блин, ничего не происходит. Так, ладно, попробую с другой стороны. Давай, чуть-чуть еще. Совсем немного. Ну, давай. Блин, а! Что за фигня-то такая? Ничего не едет. Так, ладно, еще оборотов прибавлю сюда. Не совсем умею пользоваться поездом, но если попробовать сейчас... Вот так, отлично! Да, получилось, блин! Он едет! Он поехал! Ох, вот это да! Блин, пока что едет не очень быстро, но я и не хочу, чтобы он гнал на всей мощности. Этой штуке надо еще хорошенько прогреться, прежде чем я буду испытывать ее на полную. Но уже, блин! Я могу поздравить нас! Мы успешно справились с этой частью задания! Теперь у нас есть настоящий поезд, на котором мы будем путешествовать сквозь зомби-апокалипсис! О, господи, здесь уже становится намного теплее, чем на улице. Фух. Ладно, хорошо. Научиться бы им еще пользоваться правильно, потому что я, честно говоря, делать этого не шибко умею. Но тут вроде как все просто, немного мощности поддаем, вот так вот, оборотов на оси, хорошо. А здесь еще, давай. Так, надо снаружи посмотреть, все ли тут у него нормально. Так, стыки все вроде хорошо закреплены, вагоны едут. Отлично. Так, и теперь внутри. Ох, он прям разогревается, я прям чувствую, уже начал быстрее ехать, 21 километр в час. Блин, офигенно просто. Вот это мне было и нужно. Фух. Теперь можно просто греться и путешествовать по всему Лос-Сантосу. Только вот есть одна небольшая проблема, если вьюга усилится, я просто не буду видеть железной дороги. Тогда, к сожалению, я могу нарваться на неприятности в виде поломанных деревьев на железной дороге, либо какого-нибудь транспорта, который встал уже на ней давно. Короче, надо всегда оставаться очень внимательным и не разгоняться до максимальных скоростей, потому что я могу просто снести эту малышку с рельс. А это мне совершенно не нужно. Фух. Да. К счастью, у меня получилось выполнить такое важное задание, как завести поезд. Не сказать, что это было легко, пришлось очень сильно рискнуть, но у меня получилось. Теперь остается продвигаться вперед на поиски безопасных мест. И что самое главное, на поиски еды. Честно говоря, у меня уже схватывает живот от того, как сильно я хочу кушать и пить. Поэтому моя первая остановка была совсем недалеко от Палета Бэй. Этой остановкой оказался маленький магазинчик на окраине, который прямо сейчас я и попытаюсь обыскать. Чё-то мне вообще не хочется поезд покидать. После такого огромного риска, когда я наконец-то его отыскал. Но с другой стороны, я без еды просто погибну. Честно говоря, уже очень сильно хочется кушать и пить. Поэтому этот магазин единственный мой способ отыскать себе хоть какую-то провизию. А я еще порылся здесь в кабине водителя, и, к сожалению, нет никаких тут инструментов, придется также позаботиться о том, чтобы их отыскать. А здесь как раз и есть заправка, на которой наверняка получится что-то подобное отыскать. Ладно, поезд, останавливаемся! А я уже вроде как приноровился к этой штуке. Все очень просто делается. Тянешь ручку вперед, едет, тянешь назад, останавливается. Ладно, я не буду его глушить, пусть он тут заведенный стоит, прогревается. Это чё, блин, за фигня такая? Сколько вас тут? Вонючие зомби сбежались на звуки поезда! Ё-моё, как же я сейчас буду проходить-то? Ладно, возможно, придется делать это как можно быстрее. Так, здесь по дороге, короче, через кусты. Так уж и быть. Вот сюда, отличненько. Так, придется спрыгивать вниз. Тут такой уклон сильный, еще подскользнуться могу. Давай!
Ё-моё! Оу! Чёрт побери! Всё лицо в снегу устряпал. Ладно, хорошо, что хоть не умер, а? От падения, а то мог спокойно шею себе сломать. Так, зомби тут, зомби там. Блин, ничего не остается, кроме как рисковать. Ладно, хорошо, давай тогда сюда, через дорогу. Всё, вперед. Эти пока что меня вроде не заметили, а некоторые уже тянутся прямо ко мне. Да отвалите вы, зомби вонючие! Дайте мне спокойно себе продукты отыскать! Давай, давай! Ладно, все, уже от кого прятаться, уже заметили! Давай сюда! Хорошо, магазин, магазин, магазин! По-быстренькому надо его облутать! Так, сюда! Что-нибудь беру-беру, все, что попадается! Хорошо! Так, с этих полочек еще! Давай, давай, давай! Черт! Подходят уже! Так, пора сваливать! Вот сюда! Отлично! Через тачку! Хух! Вперед! Так, еще надо посмотреть! Вот тут вот, это автомастерская, заправка, все соединено тут. Поэтому я думаю, можно отыскать какие-нибудь припасы, например, инструменты. Так, вот канистра с бензином, кстати, полная. Нифига себе, это мне пригодится. Так, теперь инструменты. Дверка, да черт, а. Примерзла, не открыть ее. Так, ладно, может с этой стороны попробовать что-нибудь поискать по мусоркам. Так, кто мог выкинуть инструменты в мусорку? Ну вдруг, вдруг получится хоть что-то найти. Так, здесь, закрыто. Да получи ты, ё-моё. Что ты тут ходишь? Дай-ка посмотрю, что у тебя. Отлично, вроде как нашли что-то. Так, тут? Тут какой-то бездомный жил. Инструменты! Да, получилось! Кажется, это чувак, которого я сейчас грохнул, жил какое-то время здесь, да? Ё-моё, зомби так близко. Ладно, насбираем, короче, инструменты, они ему точно больше не пригодятся, и сваливаем отсюда. Хух, все, теперь обратно к поезду. Мне, конечно, повезло, что у меня получилось отыскать и продукты, и инструменты, и все в одном месте. Это, конечно, очень-очень хорошо. Блин, я смогу тут забраться, нет? Такой уклон сильный, а? Капец. Давай, как-нибудь. Ох, еще зима, это все скользкое. Ладно, вроде бы получилось. Хух. Теперь можно официально сказать, что у меня есть свой дом. Поезд. Да. Чувствую себя намного спокойнее теперь, честно говоря, потому что понимаю, что точно не погибну от холода или чего-то еще. На поезде очень тепло, тем более, думаю, сейчас, когда он прогрелся. Так, давай. Ох, ё-моё. Это да, это очень круто. Теперь здесь намного теплее, прям в разы просто. Фух, ну что ж. Пора ехать вперед и смотреть, куда дальше ляжет дорога. Так, снова прибавляем мощности. Вот, отлично. И теперь можно запускать. А эта малышка уже неплохо так разогрелась, я гляжу. Спокойно выдерживает нагрузки в 60 км в час. Вот это да. Кажется, все-таки этот поезд полностью исправен, и я смогу доехать на нем в любую часть острова. Только вот куда дальше двигаться? Есть несколько вариантов. Так, пожалуй, вылезу ненадолго. Ух, тут, конечно, холодно, но ничего страшного. Так, первое место, которое я бы посмотрел, это, конечно, небольшая деревушка, которая находится здесь, но не уверен, как много припасов у меня получится там отыскать. На другом берегу от этого озера находится Сэнди Шорс, где, кстати, говорят, что достаточно опасно, ввиду того, что неподалеку находится лаборатория. Не знаю, что конкретно там можно встретить, но надеюсь, что хоть какие-то припасы, которые мне понадобятся. Плюсом к этому там есть склады, с которых можно потаскать всякие припасы, которые понадобятся мне для апгрейда поезда. А, наверное, да, это было бы очень отличным вариантом, но я не знаю, я по-прежнему боюсь все-таки этих рассказов про то, что там очень опасно из-за лаборатории. Так, ну и дальнейшее движение, это, конечно же, в сторону Лос-Сантоса. Где, безусловно, наверное, будет очень много зомби, но также огромные территории. А, где я смогу, наверное, отыскать каких-нибудь припасов или что-то в этом духе. О, кстати, дорога-дублер. Так, ладно, надо залазить обратно в поезд. Так, немного сброшу скорость, чтобы осматриваться. Кстати, поблизости у нас есть магазин. Это хорошо, можно было бы там полазить, что-нибудь себе поискать. Но, блин, опять не хочется выходить, холодно на улице так, а? Как-то реально не по себе от этого холода. Эй! Погоди-ка. Я сбавил скорость, потому что, по-моему, там что-то спереди. Стоп. Да! Преграда, камни какие-то валяются! Так, обратно в поезд! До ноля скорость! Давай! Вот так, отлично! Все. Вроде как все.
Так, это что за фигня такая? Реально камни? Как они тут оказались, блин, а? Ох, возможно, прогремел какой-то взрыв, из-за чего просто частью грунта все засыпало. Ох, кажется, плакал мой Лос-Сантос, да, не доберусь я по этим рельсам туда. Придется съезжать на рельсы-дублер, которые ведут в другую сторону, это сдавать назад получается, и через завод проезжать в место, которое я так боялся, в Сэнди Шорс. Да уж, только, пожалуй, лучше всего это сделать, я думаю, в другое время, когда уже пройдет ночь, потому что уже вечереет. Ночью чувствовать себя безопасным я точно не смогу, поскольку зомби на улицах будет очень много. Так что да, я, пожалуй, подожду, переночую в поезде и уже выдвинусь в следующий раз. Температура на улице по-прежнему ниже 40. А зомби такое чувство, что становится все больше и больше. Да, повезло же мне, конечно, что я все-таки смог отыскать поезд. И теперь выживаю на нем, путешествуя по всему острову. Всем привет, призраки! Это я, Гост. И сегодня я снова выживаю в замерзшем мире, где, кажется, я единственный живой человек. К сожалению, железная дорога, ведущая по самому быстрому пути к городу, была завалена. И мне пришлось свернуть в сторону Сэнди Шорс. А сколько там зомби и вообще безопасно ли там, я не знаю. Но единственное, в чем я уверен точно, это то, что выжить без ваших лайков у меня не получится. Поэтому ставьте лайк под этим видео прямо сейчас и не забудьте подписаться, чтобы примкнуть к рядам последних выживших в этом мире. Ну что, хватайте вкусняшки, наливайте горячий чай и приступайте к просмотру. Желаю вам всем приятного аппетита и приятного просмотра! Вот блин! Я, конечно, совсем не ожидал, что железная дорога будет завалена и придется ехать по тому маршруту, который я даже не планировал. Ах, ладно, главное, чтобы в Сэнди Шорс было более-менее безопасно и зомби не бродили целыми толпами по этому старому заброшенному городу. Ах, ладно, радует только лишь одно, что теперь я все-таки на поезде и в случае чего смогу спрятаться в нем. Ну или просто уехать из Сэнди Шорс, если там реально будет очень опасно. Я тут подумал, что мне бы не помешало прокачать мой поезд, отыскать каких-нибудь припасов, которые я начал, кстати, уже собирать, чтобы превратить эту малышку в настоящий локомотив, который будет способен передвигаться по рельсам, даже несмотря на то, что они будут завалены, просто расталкивая все мешающие преграды на своем пути. Да, нужно будет обязательно этим заняться. Возможно, в Сэнди Шорс как раз-таки у меня и получится отыскать нужное количество припасов. Так, ну что ж, можно протрубить гудок, да, как говорится. Мы прибываем к городу. Но я не уверен, что тут будут пассажиры, которые сейчас ожидают поезд. Все давным-давно заброшено. Я не вижу никого, даже зомби. Честно говоря, пока что меня это очень сильно радует. Но не стоит расслабляться. Как только зомби слышат какой-либо звук, они сбегаются на него толпами. Поэтому я более чем уверен, что такая штука, как поезд, издает звука достаточно, чтобы привлечь всю ближайшую округу и, соответственно, всех зомби. Ах, Сэнди, Сэнди Шорс. Город давно пророс разной растительностью, деревьями и прочим. Не уверен, что здесь найдется хоть кто-то живой помимо меня. Так, хорошо, сбавляем обороты, так, поменьше тяги, отключаем колеса и полный стоп! Все, отлично. Фух, ну что ж, Сэнди Шорс, встречай. Фу, господи, как же холодно-то, блин. Так, ладно, попробую-ка я спуститься с поезда и немножко пройтись. По-моему, температура упала еще на пару градусов, если мне не кажется. И это, честно говоря, не очень-то и хорошо. Так, зомби поблизости нет, и надеюсь, что они не появятся. Хотя в любом случае, наверняка рано или поздно, услышав поезд, они сбегутся сюда. Так, ладненько, немного осмотрюсь. Жалко, что патронов в пистолете осталось немного. Всего лишь две обоймы. Ну ладно, возможно, этого мне хватит для того, чтобы пробежаться по Сэнди Шорс. О, кстати, магазин 24/7. Вполне вероятно, что в нем получится хоть что-то отыскать.
Блин, ветер этот просто капец какой холодный. Такое чувство, как будто он прошибает насквозь, как кинжал какой-то. Ладно, надо быстрее добежать до магазина для того, чтобы не заболеть здесь. Тут явно будет потеплее. Фух, это точно. Так, ну что ж, я вижу, что многие продукты еще на местах. А это значит, что сейчас я смогу хоть чем-то разжиться. Так, не мешало бы взять что-нибудь сладкого, потому что в прошлый раз, когда на меня нападали зомби, я, конечно, это не успел сделать в прошлом магазине. Сейчас зато можно будет набрать всяких вкусняшек и неплохо так, позавтракать. Или что, уже пообедать получается. Хлопья, паста. Да, отличненько. Так, еще здесь снеки и хлеб. Это мне точно пригодится. Так, немного консервных банок. И кетчупа тоже бы прихватил. А то, честно говоря, хочется хоть какого-то соуса. Черт побери! Зомби! Откуда они тут взялись в таких количествах? Капец просто! Не подходи ко мне! Черт побери! На тебе! Отойди, я сказал! Так, все, пора выходить на улицу! Ой, ё-моё, сколько их, блин! Так, убегаем! В другую сторону! Там мне точно не пройти! Капец, они повсюду! Это там дом Тревора! Так, можно попробовать добежать до него! Вдруг найдется хоть кто-то из выживших! Да блин, на тебе! Тебе тоже! Черт, с этой стороны уже подходят! Две обоймы! Мне этого не хватит, чтобы выжить 100%! Отойдите! Вот так, все отлично! Вовнутрь! В дом! Так, что у нас тут? Тревор! Тревор! Ё-моё, нет никого! Да куда вы прёте-то? Иди нафиг! Все, пора уходить! А это что такое? Это, по-моему... Ох, ё-моё, это куски мяса, просто их прикрыло снегом. Что здесь было? Так, ладно, возьму-ка я вот этот мопед, никто же не против. Давай, заводи, вон, отлично. Все, поехали. Фух. Ну, хоть на этом Тревору спасибо. Но в доме не было ничего. Это печально, я думал, что получится отыскать все-таки Тревора. Не знаю, какая-то такая надежда была, честно говоря. Я понимаю, что это очень глупо, но что поделать. Надежда умирает последней, как говорят. Так, ладненько, проедусь я здесь вдоль этого города, посмотрю, быть может, есть что-то интересное. Мне бы не помешало найти припасы, которые позволят мне заняться прокачкой моего поезда. Как я уже и сказал, хочется сделать его более крепким, что ли, чтобы он проходил по рельсам лучше. И уже не обращать внимания на всякие там деревья поваленные и прочее. А то реально кажется, что случайно где-нибудь отвлечешься, наедешь на дерево или на камень, и поезд просто с рельс летит. А без поезда, честно говоря, я очень быстро умру, просто замерзну. Фух, даже сейчас, честно говоря, уже начинаю подмерзать, хотя вот буквально только что был в поезде, потом в магазине и в доме у Тревора. Все равно, блин, становится прохладно. Так, у озера нет ничего, как я вижу. Никаких лодок или чего-то подобного. То есть на другую часть берега не перебраться. Да, честно говоря, я этого и не хотел, зная, кто обитает в этих озерах. Ладно, тогда в обратную сторону. Ё-моё! Это что за фигня? Какого фига их там так много? Так, аккуратненько! Стоим на месте! Не подходите ко мне! Так, ладно, это мой шанс проехать, пока они разошлись! Один, два, три, вперед! Вот так отлично! Черт, идите нафиг! Ау! Вау, как проехать? Фух! Я смог! Не, все, я больше в тупики не заезжаю! Капец, там толпа зомби была! Я такую толпу еще ни разу не видел. Да, правильно я думал, что подъезжать на территории, которая находится неподалеку от лаборатории, совсем не стоит. Здесь, на удивление, капец как много зомби. И все-таки у меня складывается впечатление, что действительно это из-за лабы. Возможно, зараза вся эта тянется как раз-таки оттуда. Так, я практически проехал город насквозь, получается, да? Значит, здесь все-таки ничего нету. Жалко. Думал, хоть что-то интересное будет. Ну ладно, хоть припасы собрал, в сумку положил. Еды немного, воды. Это 100% пригодится. Кстати, можно попробовать походить здесь. В этом доме точно есть что-нибудь интересное. Там же магазин на первом этаже. Так, с зомби главное разобраться. Все, готово. Так, немного ресурсов.
что там у зомби в карманах. Ничего полезного, конечно, но даже это пригодится. Так, у тебя тоже? Оп, спасибо. Фух, ну что ж, посмотрим, что там в этом домике. Я надеюсь, получится отыскать хоть что-то. У меня 13 патронов осталось. О! Бронежилет! Отличненько! Так, в доме? Патроны! Yes, блин! Yes! Это 100% пригодится! Сразу же 3 коробки! И еще 4-й для снайперки. Фух! И здесь намного теплее, чем, конечно, там. Патроны я эти забираю. О, да! 120 патронов! Это 10 рожков! Сколько же зомби я смогу завалить при помощи этого? Фух, не зря все-таки я сюда забежал. Так будет намного безопаснее, честно говоря. Чувствую теперь себя очень уверенно. Ладно, что тут такое было? Какая-то лаборатория, что ли? Господи, чем тут занимались, а? Надеюсь, зомби не будут пытаться ко мне сюда пролезть. Потому что я тут, можно сказать, в тупике. Если придет опять такая же толпа, то я отсюда никак не выберусь, мне кажется. Так, ладненько. Попробую спуститься вниз по крыше. Где-нибудь в этом месте. Отлично. Так. А кто вовнутрь зашел? Зомби решил меня отыскать. Почуял, да? Да получите оба. И ты тоже там. Получай. Так, ну что у вас? Ух ты ж, нифига себе. А это ваша команда поддержки? Ничего, их сколько там внутрь зашло ко мне? Ой-ой-ой, все, пора уезжать 100%. Та толпа зомби, кажется, переключилась на меня уже в этом месте. Нет, я не могу тут больше находиться. Это очень небезопасно. Так, есть еще одно место, которое я бы посетил в уничтоженном Сэнди Шорс. Это, конечно же, старый заброшенный мотель. Место безумно интересное, потому что там, ну, всегда получилось находить что-то полезное. Либо не очень. Я надеюсь, что сегодня будет что-то полезное все-таки. Да. Ну что ж, поехали. Блин, что-то зомби там многовато, честно говоря. Фух, нехороший это знак, конечно. Ух, уже сзади подходят. Но я все-таки попробую, короче, проехать вовнутрь. Может быть, получится хоть что-нибудь отыскать. Так, здесь я смотрю на всякий случай. Ничего. В этом месте... Да чё их так много-то? Они не могли просто устолпиться в таком количестве. Явно здесь есть что-то, что могло их заинтересовать. Погоди-ка, надо очень внимательно все это место осмотреть. Так, здесь пусто. В мотеле я тоже ничего не вижу. Какого фига? А это что такое? Это труп? Стоп! Это бандос! Так, зомбак, погоди-ка. Мне надо посмотреть, что здесь... Было такое? Тачка? Еще 2 трупа? А... Как это понимать вообще? Подожди! Они погибли совсем недавно! Они даже не успели одеться, у них... Они вышли практически с голым торсом. В минус 40 или в минус 50 даже! Периодами. Такая одежда бы точно не подошла для того, чтобы путешествовать по улице. Кажется, что-то вынудило их выйти. Я думаю, что, скорее всего, эта толпа зомби просто загнала их в тупик. И они просто погибли уже, когда вышли на улицу от холода. А это что такое? У них какая-то тачка. Подожди-ка. Надо ее попробовать использовать. Так, дверей уже нету. Кажется, зомби оторвали. Давай попробуем отъехать. Бензин на месте, тачка на ходу. Так, зомбаки, не мешайтесь! Ух ты ж, ничего себе! Она неплохо так через них проезжает. Так, только здесь мне никак не выехать. Давай, короче, в эту сторону. Вот сюда, назад. Отлично. И вперед. Это что за контейнер такой? Что они перевозили там? Подожди-ка. Это... Подожди, это что ли ресурсы? Это, скорее всего, стройматериалы. Откуда они их добыли? С какого-то склада? Это, ребята... Это просто золото! Во время апокалипсиса! Ё-моё! Тут целый контейнер припасов! Который мы можем использовать для строительства базы! Не знаю, там... Для апгрейда поезда! Точно! Бинго, блин! Всё! Садимся обратно в тачку и поехали к поезду! Хох, я погружу все туда, весь этот контейнер, и смогу забахать такой, блин, поезд, о котором только и мог мечтать.
Сейчас это все может стать явью. Так, только если я смогу выехать отсюда, потому что дорога, ну просто капец. Хотя тачка реально проходимая, даже по тачкам можно ездить, офигеть. Такую машину я бы, конечно, хотел себе в коллекцию, только вот проблема в том, что нет дверей. Так что, да, к сожалению, она не очень-то приспособлена для езды по таким холодным местам. Я думаю, что у них тут и стекло было, которое успешно сломалось во время ДТП, и двери, наверное, которые тоже сломались, либо зомби их вырвали. Фиг его знает. Честно говоря, меня это уже не волнует. Главное, что мы отыскали нужные для меня припасы. Все, погнали к нашему поезду. О, ничего себе, как мне повезло. Вагон, в который я могу погрузить все необходимое, как раз находится прямо на въезде. Это шикарно. Так, подвезу поближе. Вот так, отличненько. Чуть-чуть еще. Вот, все хорошо. Сейчас отцепляем наш вагончик и просто не вместе с поездом. И можно будет ехать дальше, получается. Да, получилось. Все. Теперь этот маленький контейнер отправляется со мной. Ну, я его нажил, как говорится, непосильным трудом. Честно говоря, очень сильно замерз, пару раз был на волоске от гибели. Зато теперь у меня очень много припасов, которые я могу использовать. Жалко, что эти вагоны пустые. Вот я был бы очень рад, если бы у них было хоть что-то. Но по факту они реально незачем для меня. Вообще никакого значения им я даже не могу подыскать. Единственное, что можно в них что-то хранить, например, но было бы такое количество припасов, чтобы там все это перевозить. У меня есть некоторые идеи, во что это все можно переделать. Все-таки основа-то у нас есть, получается, да? Колесная база, сам вагон. Да, контейнеры можно будет убрать, например, и поставить там что-то более необходимое. Ладно, я пока что не буду говорить вам заранее, какие у меня планы, чтобы это осталось для вас сюрпризом. Во всяком случае, на весь этот план у меня точно сейчас не хватит ресурсов. Я надеюсь проапгрейдить хотя бы носовую часть поезда, чтобы она стала более крепкой. Кстати, примерная картина, что можно сделать, у меня уже имеется. Так, ну что ж, все, давай поезд, задаем тяги, так. Ох, пошла жара, как говорится. Какое же большое сердце у этого поезда, блин, а? Целый локомотив, капец, у нас весь бежит. Фух, офигенно. Зато сейчас поедет. Так, и на старт. 1, 2, 3, вперед! Вот так вот! Все, уезжаем! Палета Бэй, бай-бай-бай! Больше я тут оставаться не буду, зомби очень много, мне это вообще не понравилось. Честно говоря, выживать в таких условиях практически нереально. Ой, не, нафиг я в поезд залезу, а то холодно что-то, очень, очень холодно на улице. Тем более, когда едешь снаружи, стоишь, прям обдувает этот ветер холоднющий. Так что нет, я, пожалуй, здесь постою лучше. Так, чё, ну-ка там посмотрю по приборам, все ли нормально. Ага, все шикарно. Электричество есть, энергии хватает, тяги тоже. Ну все, можно теперь просто расслабиться, как говорится, чилить. Надо найти место, где я смогу все это дело проапгрейдить поезд. Подыскать бы какое-нибудь депо, например, или туннель, кстати, почему бы и нет? Я бы мог его заделать частично, чтобы зомби не прошли. И заниматься там ремонтом поезда. Слушай, а это шикарная идея! Тем более я знаю, что спереди есть туннель, в котором можно остановиться. Да, я 100% так и сделаю. Прямо сейчас. Так, немножко поддам еще тяги. Давай, так, чуть-чуть еще разогреем тебя. Все, вот так достаточно. 60 км в час, неплохая скорость. Ну-ка, подожди-ка. Так, перелезу сюда. Это, по-моему, да! Вот туннель. Так, все, тягу сбавляем. Давай, малышка, останавливайся. Вот так, хорошо. Поменьше скорости немного. В туннеле опасно ехать с такой огромной скоростью. Так, я сбавил тягу практически до нуля. И сейчас, как говорится, можно нажать на стоп-кран. Так, надо заехать полностью в туннель. Так, еще чуть-чуть. И все! Дергаем! Yes! Остановился. Фух. Ну что ж, поезд. Ты готов к тому, что я тебя сейчас протюнингую, а? Я надеюсь, что да. В туннеле, кстати, есть освещение, это очень радует. Все-таки железная дорога по-прежнему дышит, несмотря на то, что уже совсем давно случился апокалипсис. Фух, как же прекрасно здесь все-таки. А еще, если я замерзну, смогу запросто залезть в поезд. Далеко отходить мне не придется.
Так, для начала нужно построить здесь небольшое депо себе, которое я смогу оборонять от зомби, например. Да, желательно сделать так, чтобы они вообще вовнутрь не попали. Так, пожалуй, начну с конца поезда, где построю себе небольшую ограду. Так, посмотрим, что за это время я насобирал. Так, отличненько. А, вот баррикады. Да, шикарно. Баррикады как раз пригодятся здесь. Вот небольшое депо будет выглядеть как-то так. Выходы не обязательно делать, застрою все вот таким вот образом. Все, отличненько. Ну, думаю, здесь зомби точно не пролезут, все-таки расстояние очень маленькое. Да и мозгов у них не хватит, соответственно. Все, с этой стороны готово, теперь с той стороны то же самое, и можно спокойно заниматься этим поездом. Ох, ребята, я пока что даже не знаю, сколько на это времени уйдет, честно говоря. Даже предположений нету. Но пока я буду всем этим заниматься, я вас попрошу в мой телеграм-канал залететь. Вот, ссылочка находится в описании под этим роликом и в комментарии закрепленном тоже. Я ее оставлю. Ну, либо не закрепленном, но лучше всего в описании, короче, заходите и ищите ее там. Вот, там каждый день выходят всякие новости, интересности, о роликах предупреждаю и фоточки выкладываю. Вот, и вас, гость, там тоже жду. Все, все выжившие, быстренько присоединяемся к моему телеграм-каналу, пока я пошел тюнинговать. Ах, этот поезд. Капец, сколько сейчас сил уйдет. Ладно, ребята, все. Увидимся через какое-то время, получается. Так, последнее колесо проверяем. Так, ну вроде бы все работает. Хох, капец. Сколько дней-то прошло? Недели две примерно, получается. Я уже все припасы израсходовал, вся еда и вода кончились. Надо выдвигаться на вылазку. Но, ребята, я это сделал, блин! Поезд полностью готов. И сейчас я готов показать вам новый бронелокомотив, созданный специально для того, чтобы ходить по промерзшему Лос-Сантосу и уничтожать все на своем пути. Встречайте! Это он. Господи, какой же он офигенный просто! Я до сих пор не могу на это досмотреться! Я сделал его более тяжелым, чем предыдущий вагон. Теперь у нас настоящий тягач, который может вытащить, ну, я думаю, раза в три больше веса за собой. И он больше, крупнее сам по себе и тяжелее, и вообще все вместе. Это просто офигенный вагон. Еще, кстати, в нем намного теплее, потому что я его обшил железом. То есть теперь здесь будет, ну точно просто, как, я не знаю, там, на Бали. Реально, будет плюс 40 нафиг, если я захочу. Или даже плюс 50. Короче, давайте тестировать уже. Я еще ни разу не тестировал. Так, отличненько. Хох, ну внутри, да, я тут немножко не поработал. Ну, что поделать, ребята, все-таки я думал о безопасности. Так, зажимаем. Так, давай, отличненько. Чуть-чуть добавляем тяги. Дрожит, блин, прям как предыдущий. Все, но чувствуется, что мощи больше. Так, немножко подадим. Вот, отличненько. Так, и старт! Вау! Поехал! Да! Шикарно! Он это сделал! Точнее, я это сделал! Да мы вместе все это сделали, ребята! И теперь у нас есть новый поезд для выживания в зомби-апокалипсис. О май гад! Какой же он все-таки, я не знаю, реально восхитительный. Прям идеально вписывается в атмосферу зомби-апокалипсиса. Да и самое важное, что на нем я теперь себя чувствую реально намного увереннее как-то. Хотя, честно говоря, и на прошлом поезде мне было достаточно комфортно. Но здесь, сейчас, на таком огромном локомотиве, посмотрите, какая у него гигантская морда. Да он собьет все, что вы захотите. А вот единственная проблема, это предыдущие вагоны, которые я, ну, по понятным причинам ничего с ними сделать не смог. Припасов просто не хватило. Пришлось даже пару вагонов разобрать на металл, чтобы сюда их добавить. Вот, так что, ребята, ну потом, что, потом придумаем, когда будет много припасов, что сделать с этими вагонами и как их благоустроить, как говорится. Ох, я пока что боюсь эту малышку разгонять на полную. 30 км в час пока что, ну, достаточно, вполне себе достаточно, чтобы пару хотя бы часиков в нем поездить. И потом, когда он прогреется, все нормально проработает, я убежусь, что все отлично, я смогу уже тогда, ну, гнать на полную. Так, давай, полный стоп! Давай! Ух, тяжело как останавливается, все. Фух, отлично.
отличненько. Так, я, пожалуй, выйду. Еще раз осмотрю этот шикарный поезд. Просто произведение искусства, ребята, реально. Пережить зомби-апокалипсис – это непросто. Еще сложнее пережить зомби-апокалипсис ядерной зимой. Сделать это обычным способом практически нереально. Но я это делаю на поезде, который способен объехать весь остров вокруг. Привет, призраки! Меня зовут Выживший Гост. И это третья часть моего дневника выживания в самый опасный апокалипсис. В прошлой части нам удалось прошерстить городок под названием Сэнди Шорс и отыскать там множество припасов, которые я использовал для прокачки моего поезда. Теперь он стал намного мощнее, прочнее и практичнее. Но уже в этой части моему поезду предстоит пройти настоящее испытание. Ну, об этом вы узнаете чуть-чуть попозже. Не забудьте обязательно поставить лайк под этим видео, чтобы я не замерз в этом апокалипсисе. Ну или чтобы не погиб от рук зомби. А также подписывайтесь на канал. Желаю вам как всегда приятного аппетита и приятного просмотра. Погнали! Блин, до сих пор не могу насладиться видом своего нового локомотива. Какая же превосходная штука все-таки у меня получилась. Да, к сожалению, пока что предыдущие вагоны прокачать не получилось, но то, что я уже получил сейчас, меня радует очень даже сильно. Поезд действительно стал крепким, я думаю, что теперь он проедет практически везде, где только можно. Да хотя почему практически? Вот эта вот штука спереди, губа просто растолкает любое препятствие, которое возникнет на пути. Поэтому я думаю, что можно направляться в сторону города. Да, конечно, в городе безумно опасно, и там действительно много зомби, а также говорят о том, что там можно встретить бандитов. Я и сам там их встречал несколько раз, поэтому да, в городе безусловно опасно. Но в то же время там огромное количество разных припасов, которые достаточно сильно могут мне понадобиться. Поэтому прямо сейчас самое время усаживаться, набираться сил, обдумывать план о том, как же я покорю Лос-Сантос на своем новом локомотиве. Так, ладно, хорошо. Ну что ж, самое время немножко ускорять. Так, поддаем тяги. Вот, отличненько. Ох, так, этого малыша лучше всего быстро не разгонять, потому что иначе он может сломаться. Вау! Ё-моё! Чё за стрельба? Вау! Черт побери! Кто по мне стреляет? Все взрывается! Ё-моё, поезд! Так, тормози! Вау! Ё-просоте! Кто стреляет? Кто это? Тихо! Тихо! Стрельба! Откуда понять не могу? Бандосы, что ли? Вау! Смотри! Там бандиты, реально! Ё-моё! Сколько их? Так, уже трек минусанул! Давай сюда! Вот отличненько! Ё-просоте! Сколько их здесь? Блин, какие у них пушки офигенные! Так, прячемся! Снизу еще бегут! Да ё-моё! Так, короче, надо стягиваться куда-нибудь ближе к ним! Во-первых, у них крутые пушки, и надо попробовать хоть что-то залутать с них! Отстреливаться при помощи пистолета – это просто самая глупая затея! Да сдохни ты! Капец, у них броники какие жесткие! Так, немножко залутаться. Фух, нашел автомат. Так, все, теперь действуем аккуратно. Они могут в любой момент меня минусануть. Еще и зомби здесь будут 100%. Да получи ты! Так, прячемся. Они тут со всех сторон, даже с горы могут подойти. Фух, я не отдам им свой поезд. Даже не думайте, да получай ты, блин. Хорошо. Так, с этой стороны тоже контролируем. Могут быть абсолютно везде. Я слышу еще снизу. Кто-то там есть. Так, вон обходит. Ты, блин, в крысу, да, решил? Давай, выгляни. Вот так, получай. Хорошо, так, у него вроде пушка получше. Так, все, отличненько. Берем тогда его оружие. О, это калашик, офигенно. Так, подходит ко мне. Блин, откуда у них такие броники? Понять не могу. Хух, ну бандиты они и есть бандиты. У них всегда очень много крутых припасов. На тебе, блин. Хух, отлично. По мне пока что практически не попали. Это очень даже хорошо. Получается их перестрелять на дистанции. Блин, капец. Я просто не ожидал, что начнется такая заварушка. Офигеть. Начали без разбора стрелять по поезду, так еще и взорвали там что-то. Если бы поезд повредился, это будет просто капец.
Повезло, что я его протюнил хотя бы перед этим. Да получайте же! Вот так, отлично. Хах, ну чё? Остался кто-то еще? Блин, я поездом наручник не поставил, продолжает ехать. Ёпрасоте. Так, ладно. Смотрим сюда лучше. Поезд все равно далеко не уедет, это 100%. Я смогу в любой момент за ним прибежать. Он отъедет даже недалеко, если такое произойдет. Тихо. Блин, кажется, зомби подходят уже. Ой, это нехорошо. Так, ладно, пролутаем этих чуваков по-быстренькому. Я их пролутаю 100% всех. Так, это кто там? Какая-то девушка бежит. Окей, не будем ее трогать, она вроде бы не агрессивная. Возможно, кто-нибудь из заложников, которых взяли эти бандосы. Так, еще один бежит. О, даже несколько! Получай. И ты тоже! Вот отлично! Ау! Ё-моё, откуда? Ай-яй-яй! Да получай ты! Хах! Разобрался. Вон еще один жив. Так, все, готов. Блин, капец, они меня настреляли. Хорошо, что у меня хоть броня есть, которую я отыскал в полицейском участке. Если бы не бронь, я бы уже подох несколько раз, мне кажется. Так, ладно, собираем еще тут. Нифига себе, припасы! Какое-то взрывное оружие есть. Так, там вон еще один. Получи. Отличненько. Надо вон еще до этого добежать. Забрать у него автомат, который там выпал. Да, вот, отлично. Даже пулемет. Ничего себе, блин. Пулемет я могу поставить спокойно на свой поезд и пользоваться еще и пулеметом. Да, это было бы намного круче. Кстати, вон там два бандоса. Да на тебе, блин. Вот так вот. Минус два сразу же. Все, хорошо, побежали. Вперед. Давай, блин, осталось немного. Надо зачистить всю эту лесопилку от бандосов. Забрать у них все, что есть. Все припасы, все оружие, все, что может мне понадобиться. Раз они решили на меня напасть. Будут платить за это. Вон там еще. Да на, блин. Вот так вот. Готов. Все, еще бегут. О, сколько их. Так, прячемся. Прячемся, прячемся, прячемся. Продолжает стрелять. С какой стороны? Да ё-моё. Да на тебе. Отлично. Так, все, прячемся. Еще вот с этой стороны один есть за ящиками. Блин, патроны закончились у меня уже. Ничего страшного. Сейчас вот этим тогда калашиком. Все, готов. Блин, откуда там еще спереди? Да блин, как их так много-то в этом месте? Целая база бандосов, блин. Я вообще не ждал, что мы на такое нарвемся. В третьей части уже. Сразу же толпа бандитов. У меня ни припасов, ни патронов, ничего вообще. Приходится выживать в самых суровых условиях. Оно на то и есть опасное выживание. Одно из самых опасных на канале, которое было. На, блин. Получай. Так, хорошо, перезарядочка. О, аптечка есть. Надо 100% ее подобрать. Потому что мне уже плоховато, честно говоря. На, вот тебе, хорошо. Потерял меня из виду. Так, все вперед, к аптечке. Надо забрать ее и спускаться дальше. Я слышу еще бандосов, поэтому нужно их разбирать. Так, все, аптечку залутал. Отличненько. Так, где еще? Вот, смотри. На тебе, блин. Пулемет у него, кстати. Хорошо. А! Все, готов. Вот этот крыс сидел, поджидал меня в этих ящиках. Думал, что я зайду и сможет меня принять. Блин, капец, сколько тут припасов. Ёпрасоте. Это все припасы, которые я могу забрать на поезд. Так, там еще один бандос только вон. На тебе. Хах, готов. Офигеть. Офигеть! Вот это, ребята, нам повезло. Несмотря на то, что бандиты застали меня врасплох, у меня все-таки получилось одолеть их. И сейчас мы заберем все эти припасы, которые здесь. Офигеть! Еще один. Готов. Так, вон там еще один. Думал, я его не увижу, что ли? Вот, готов. Хах, ну что ж. Так, это, ребята, запоминаю, что тут все есть. Строительные всякие припасы, еще патроны. Да ё-моё, откуда? Откуда кто стреляет? А, вон бегает прямо снизу. Куда ты побежал там, а? Как крыска бегает в темноте. Получай! Вообще не видно его. Слился просто с окружением. У него такой комплект брони, который реально как раз сливается. А! Да блин! Чё они как это делают вообще? Как они подбираются так незаметно? Тихо. Сколько их тут вообще? Жесть. Так, еще надо собрать припасов. Вот, отличненько. Так, и все, пожалуй, я буду сваливать наверх. Посмотрю еще эти помещения. Нужно сохранять концентрацию, потому что бандиты по-прежнему ездят на этой стройке. Я слышу кого-то из них, кто-то продолжает кричать. Так, вот это проход. Нифига себе, сколько припасов! Это все припасы! Ё-моё, и топливо, и все вообще! Это что такое? А! Получите нафиг! Это что еще за...
Это что за космонавты, блин? А это у них тут что такое? Чего, блин? Это что они тут изучали нафиг? Ребята, они тут создавали какие-то непонятные штуки. Блин, у меня почему-то первое, что приходит в голову, это какой-нибудь антивирус или даже наоборот, вирус. Потому что это что-то научное и в руках бандитов. Офигеть! Это же яйца инопланетян! Какую дичь они пытались тут вывести, я даже, ребята, и не знаю. И, честно говоря, когда представляю, мне становится только страшнее. Но вот это все, что у них тут есть, это припасы, которые мне понадобятся. И медикаменты, и стройматериалы, и оружие. Да это все поможет мне прокачать мой пояс до конца. Вот это да, ребята. Конечно, хорошо бы зашли. Бандиты устроили такой эффект неожиданности, но, к счастью, у нас получилось их одолеть. Блин, капец, сколько сейчас времени я все буду это стаскивать на поезд, я даже и представлять не хочу, ребята, но это будет капец как долго. Ну что, я готов вас поздравить с первой нашей успешной зачисткой базы мародеров-бандитов. Как видите, ребята, у нас все получилось. Да, теперь нужно все это место забрать и уехать туда как можно быстрее на локомотиве, потому что скоро сюда сбегутся зомби, ребята. Вы сами понимаете, как мы тут нашумели. Больше это место небезопасно. Поэтому все. Я беру какую-нибудь тачку и начинаю все это свозить к поезду. Встретимся уже на месте. Последняя! Все. Фух, захлопнул. Капец. Ох ты ж... Ё-моё! Вот это я точно не ожидал увидеть! Так, все, зомби начинают стягиваться. Это означает лишь одно. Пора, короче, отсюда сваливать. Как я и думал. Хватило примерно меня на 3... Ау! Ё-моё! Вот это неудача-то было на 3-4 часа, и все, зомби, короче, пришли в это место. Да, они, конечно, долго идут, но все равно приходят, как правило, толпой. Сначала их нету-нету, а потом капец как много набежит, и все, сразу же все плохо становится. Так, ну что ж, поезд, давай, подаем немного тяги, вот так, сразу же на 50 км в час. Поезд в целом прогрет, и, кстати, он полностью исправен, несмотря на то, что нас так неплохо подорвали, как я понял, по этой тряске. Неплохо так обстреляли, все равно поезд по-прежнему на ходу. О да, этого малыша ничем не остановить. Блин, как же хорошо, что я его все-таки собрал. Да, тут не очень комфортно, честно говоря, потому что, ну блин, о каком комфорте думать во время апокалипсиса, ребята? Ну, я, можно сказать, еле как эту штуку хотя бы собрал, сами понимаете. Потом уже подумаем о комфорте, когда у нас будет очень много припасов, хотя сейчас у нас их достаточно много получается. Но все равно, ребята, короче... Надо для начала все здесь правильно собрать, подумать о безопасности и уже потом думать о комфорте. Сейчас у нас есть все необходимое. Оружие, патроны, конечно же припасы для того, чтобы строить дальше наши вагоны. И, само собой, провизия, которой я питаюсь. Фух, и главное тепло. Тепло внутри этого поезда. Ну что ж, следующий этап, следующая точка, где бы я хотел остановиться, станет, наверное, завод. А хотя, можно даже подумать вместе. Сейчас мы снова проезжаем по летобой, в котором были в нашем первом эпизоде, в первой хронике. Мы посетили это место и уехали дальше. Проехали вот так, и, к сожалению, здесь нам пришлось завернуть в Сэнди Шорс, поскольку дорога здесь была перекрыта. Сейчас я проеду здесь вообще очень легко, поскольку мой поезд толкнет с места даже самый большой камень. Значит, я могу двигаться дальше и... Ё-моё, посетить лабораторию? Нет, честно говоря, мне этого совершенно не хочется. Лаборатория — безумно опасное место, поэтому я, пожалуй, воздержусь. Следующее место на пути — это карьер, который, ну, давно уже заброшен, и вряд ли я смогу найти там что-то интересное. Значит, можно будет посетить по порядку, например, почему бы не посетить тюрьму, кстати, да, и, само собой, почему бы нам не посетить потом завод. Да, это такие два самых подходящих места для того, чтобы проверить, что там есть. Погнали! Блин, капец, какая вьюга поднялась! Ничего не видно! Но вроде я шахту проезжаю. Так, все! Полный стоп! Нажимаем! Давай! Ох!
все. Отлично. Фух. В этом месте можно будет хорошенько осмотреться. Я, получается, вышел неподалеку от тюрьмы, а значит, сейчас мой путь лежит к ней. Блин, конечно, бродить в такую вьюгу — это еще то заданице, но есть в этом и свой плюс. Зомби увидеть меня будет намного сложнее. Я надеюсь, что сейчас получится преодолеть эту гору и спокойно пробежать до тюрьмы. Прямо до нее, без всяких происшествий там в виде зомби или каких-нибудь бандитов. Блин, фиговая ситуация. Все-таки нарвался я на зомби. Да, и рядом с тюрьмой их достаточно много. Так, я, блин, вообще путаюсь в этой местности. Капец, уже и здесь. Но, по-моему, если я правильно иду... А, вон тарелки, все, я понял. Да, у нас есть очень хороший вариант попробовать пробежать всю эту толпу зомби вот здесь и выбежать к бару, в котором, возможно, получится укрыться от зомбарей. Давай, 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 блин. Вот так, отлично. Хух, пробегаем. Так, придется немножечко напрягаться, но что поделать. Зомби очень много, и вся эта толпа... Блин, даже две толпы. Ой-ой. Вся эта толпа может в любой момент на меня накинуться, если я затуплю. Так, все, просто вперед, давай сюда. Вот отлично. Блин, капец, они со всех сторон. О нет, блин, там еще и бегающий есть. Черт побери, на тебе. Не стоит его подпускать близко к себе. Так, держим с всех сторон. Давай сюда, наверх. Вот отличненько. Все, мы перелезли на территорию этого бара. Так, здесь вроде чисто. Так, зомби сейчас будет пытаться здесь пробежать, поэтому все, встречаем его. Давай, 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 зомбарь. Пробегай, блин. Так, или что, он будет... Ой, слишком много времени я трачу из-за него. Ладно, в таком случае просто погнали вперед. Попробуем зайти вовнутрь бара. Так, проход вроде чист. Так, одного зомби зачистили, все. Вперед, заходим. Так, дверь, давай. Закрываем, все. Сюда. Все, отлично. Фух, теперь зомби точно не пройдут. Блин, они уже ломятся, капец, какая их толпа. Отвалите нафиг от меня. Я не пущу вас вовнутрь, даже не думайте. Не проситесь. Если будут пытаться проломиться, я поставлю сюда еще одну баррикаду, и тогда все, им точно не пройти. У меня припасов достаточно, чтобы держать даже такую толпу. Фух, ну что ж, для чего же я зашел вовнутрь этого дома? На улице капец какая вьюга, но посмотрите, ребята, там вообще ничего не видно. Вообще абсолютно все белое. Зомби вокруг, и это означает, что надо все это дело пересидеть. Дождаться, пока у нас наступит ночь, поспать, эта вьюга наверняка закончится к утру, и уже утром выдвинуться дальше. Пережить зомби-апокалипсис – это непросто. Еще сложнее – пережить зомби-апокалипсис зимой. Сделать это обычным способом практически нереально. Но я это делаю на поезде, который способен объехать весь остров вокруг. Привет, призраки! Меня зовут Выживший Гост. И это четвертая часть моего дневника выживания в самый опасный апокалипсис. Прошлым днем неподалеку от лесопилки на мой поезд напала группа бандитов. Но, к счастью, из этой передряги я выбрался живым. Далее мой путь лег в сторону тюрьмы, до которой я собирался добраться пешком. Но началась сильнейшая буря, во время которой я потерялся и чуть было не погиб. Судьба снова была на моей стороне. И вдалеке у меня получилось увидеть силуэт здания, где я и решил переждать эту бурю. Но что было дальше, вы узнаете сегодня. Не забудьте поставить лайк под этим видео, чтобы не превратиться в зомби. А также пишите, где бы вы пережидали такой апокалипсис. Желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Ох, капец, сколько дыма. Я, конечно, много в жизни всяких странных вещей делал, но разжигать костер прямо в помещении... Да, это просто капец. Ну, ничего не поделать. На улице очень холодно, а в помещении, к сожалению, обогревания никакого нету. Фух. Ладно, хоть буря утихла. А то, честно говоря, думал, придется здесь пару дней ждать. Еще и зомби разошлись по сторонам. Получилось даже... Ох, немного отдохнуть. Ладно, чё, пора собираться и выдвигаться из этого места. Не хочу больше здесь задерживаться. Ох, капец. Какой запах от костра едкий в помещении. Пожалуй, я его лучше затушу, а то тут все сгорит точно. Фух, да, так-то лучше. Признаться, это место было как никогда кстати для того, чтобы здесь хорошо полутаться. Как оказалось, здесь имеется большое количество всякого разного алкоголя,
Больше всего меня интересовали напитки 40 градусов и выше, для того, чтобы собрать из них коктейли Молотова. Кстати, 4 штуки из таких я как раз таки и собрал, и сейчас могу использовать для того, чтобы отбиваться от толп зомби. Кстати, те самые толпы зомби вроде как немножко разошлись, и даже сейчас можно попробовать выйти на улицу. Капец, как светло! Солнце очень сильно отражается от снега, который нападал за эти пару часов в огромных количествах. Да, буря хотя бы не такая сильная. Хох, по-прежнему достаточно холодно, но уже вроде как не настолько. Да, в любом случае лучше здесь не задерживаться, поскольку можно попросту потеряться, опять если буря начнет становиться сильнее. Кстати, зомби реально разошлись куда-то в округе. Может быть, выдвинулись в сторону тюрьмы? Наверное, так и есть. Кстати, моя идея добраться до тюрьмы была не очень хорошей идеей. Я не думал, что в этих местах так много зомби, поэтому я все-таки думаю, лучше будет добраться обратно к поезду и уехать отсюда просто куда глаза глядят. Эти места очень опасны, тем более в такую бурю. Блин, она, по-моему, снова усиливается, честно говоря. Мне это все не нравится. Куда я иду? Я уже потерял, где находится поезд. Реально, а где это место? А, вот! Узнаю эту машинку. Разломанную. В прошлый раз вроде как я пробегал неподалеку от нее. Только вот... С какой стороны? Блин, больше никогда не покину поезд. Особенно в такую бурю. Если дорога лежит настолько далеко. Я опять, по-моему, заблудился. О, ё-моё. А вот и первые ходоки. И кажется, их там... Просто дофига! Ёпрасоте! Так, ладно, попробую отбежать в эту сторону. Чё, реально что ли? Так много? А как они там вообще затесались? В этой буре. Почему именно там? Ладно, окей. Возможно, там какое-то интересное место, которое стоит осмотреть. Погоди-ка, это там... Это, по-моему, подстанция. Кстати, она находится неподалеку от дороги. От обычной автострады. А как раз таки с этой автострадой рядом находятся и железные пути, до которых я планирую наконец-таки добраться. Да, это отличная идея, двигаться в этом направлении. Блин, только вот зомби становится все больше и больше. Черт, еще с этой стороны! Капец их там! Ладно, все, придется стрелять, короче. Немножко истрачу патронов, но ничего страшного, их и так дофига после перестрелки с бандосами. Главное в живых остаться! Че так много-то? Капец, со всех сторон! Так, давай, бежим! Это там что спереди? По-моему, это свалка! Так, быстрее на нее! Еще немного и доберусь до более-менее безопасного места! Давай! Ах! Лишь бы стамины хватило! Сюда! Оп! Ах, все отлично! Фух! Получилось убежать! Вроде как все отстали, твари! Капец, сколько их тут, а! Со всех сторон набежали буквально за пару секунд! Так, ладно... Придется проходить где-то здесь. И ждать, что в любой момент сбоку ко мне прибегут эти зомбаки. Блин, среди контейнеров тоже их может быть очень много. На самом-то деле. Да, так я и думал, блин. Капец. Ладно, попробую здесь пробежать. Через самолет. Пролутать это место у меня не получится. Зомби очень много. Очень много. Лучше всего будет возвращаться к поезду. Серьезно, так рисковать я просто не могу. Поэтому убегаю отсюда. Фух, лучше уж без припасов, зато в живых, как говорится. Да и не факт, что все-таки смогу отыскать припасы на этой свалке. Место, ну, такое себе. Блин, капец, сколько их тут, а? Со всех сторон бегающих лучше устранять в первую очередь. Отлично. Так, и это та самая автострада, про которую я думаю. Да! Шикарно! Я уже практически прибежал к поезду. Фух, ё-моё. Это было достаточно напряженно, но... Я это сделал. Черт побери. Не сказать точно, но навскидку, мне кажется, еще примерно метров 200 до поезда. Если я правильно помню. Так. Знакомое местечко. По-моему, здесь я пробегал, когда оставлял свой поезд. Да, вот он! Отлично! Нашел, блин! Хух! Ё-моё! Это было максимально опасное и ненужное путешествие вообще. Больше я эту штуку покидать точно не хочу. Во всяком случае... Для таких долгих путешествий. Ну, либо в такую бурю. Вообще же ничего не видно. Офигеть. Фух, ну что ж, поезд. Наконец-таки я вернулся. Пора бы согреться внутри. Все, хорошо.
Фух, он даже не успел замерзнуть. Я его оставил здесь немножко прогреваться. Двигатель продолжал работать, поэтому внутри ну просто восхитительно. Можно остаться здесь спокойно на всю жизнь, такое чувство, потому что я замерз достаточно сильно. Немного подать тяги. Вот, отличненько. Все, поезд тронулся. Фух. Дальше мой путь, я думаю, ляжет куда-то в сторону завода. Еще одна точка интереса, в которой, честно говоря, я бы прогулялся и попробовал что-то отыскать. Во всяком случае, там не придется настолько далеко отходить от поезда, да и вообще, надеюсь, что в тех местах не такая буря. Хотя, признаться, верится в это с трудом. Потому что буря тут, ну, практически везде. Да уж, интересно, сколько вообще эти ветряки сейчас качают электроэнергии. С таким жестким ветром, я думаю, что, ну, просто какое-то безумное количество электричества они выдают. Единственная проблема в том, что запитать от них больше нечего. Ну, ближайшие местности питаются по-прежнему, там, тюрьма или какие-нибудь рестораны, как тот, из которого я только что выбрался. Но вот остальные места точно без электричества. Кстати, интересно было бы подумать и построить базу неподалеку от этого места. Если бы я, конечно, планировал строить базу. Признаться честно, база на железной дороге мне нравится намного больше. Поэтому я, пожалуй, останусь в своем любимом, теплом и железном поезде. Блин, непонятно, но, по-моему, я уже подъезжаю к заводу. Вроде как да, это он. Так, эта буря нифига не утихла. Ладно, короче, останавливаем полный стоп. Ох, отлично. Все, поезд остановлен. А, да, это завод, нифига себе. Я чуть не проехал его. Ладно, остановился вроде как в нужном месте. Фух, ну что ж, снова придется покидать тебя поезд. Извини, конечно, но припасы также необходимо искать. Для того, чтобы еще немного протюнить тебя. Я бы на самом деле поставил сюда еще очень много всяких интересных вещей, но, блин, припасов надо достаточно. Так, ладно, хорошо. Теперь начинается самая интересная часть дня. А, конечно же, проверка завода. Я думаю, это место точно наполнено зомби, а возможно и не только. Это мне и предстоит сейчас узнать. Кстати, так много полицейских тачек. Такое чувство, что когда началось распространение этой зомби-инфекции, полиция зачем-то съехала сюда, возможно, для того, чтобы покосить первую вспышку. Но, во всяком случае, одну из первых точно. Я не думаю, что когда была уже какая-то десятая там вспышка по счету в городе, или там, да даже, наверное, пятая вспышка, вряд ли в этот момент еще по улицам катались военные автомобили и полиция. Скорее всего, все уже поняли, насколько это бесполезно. Пытаться остановить эту зомби-инфекцию. Еще и, блин, в такие холода. Так, ладно. Пока что как вроде достаточно спокойно. Зомби поблизости не видно. Бандитов тоже. Но, конечно, расслабляться в любом случае нельзя. Смотрим в оба. Даже в такую метель зомби могут подойти откуда угодно, поскольку они видят меня не только глазами, но еще и чувствуют. Тихо. Стрельба? What the fuck? Чё за стрельба? С той стороны. Блин, это 100% люди. Вот только кто это? Предстоит узнать. Что-то мне подсказывает, что это бандиты нафиг. Ох, нехорошо это. Я чувствую, что он где-то поблизости. Найдите этого засранца и застрелите. Ключи от поезда забрать. Ему он больше не понадобится. Отомстите за наших братьев. Блин, западня. Теперь еще и к поезду не вернуться. Он привлечет слишком много внимания. А если это бандосы, то они точно будут поджидать меня именно там. Так, ладно. Придется для начала отыскать тех, кто стрелял. А уже обычно это выжившие или бандосы, придется узнавать на месте. Так, откуда-то с этой стороны был произведен выстрел, насколько я понял. Блин, капец. Сколько здесь всего интересного? Турели? Это патроны 100%? Офигеть просто! В этих местах точно стоит полутаться. Я думаю, получится отыскать много всего интересного. Так, подожди-ка. Где они?
Кто стрелял? Я из-за этого вихря, блин, из этой бури ничего не вижу вообще. Нехорошо это. Блин, нехорошо, прям очень нехорошо. Как нутром чувствую. Так. Ну-ка. Здесь, может быть? Блин, кричать не хочу. Если вдруг услышат, это будут бандосы, то точно все вместе сбегутся. Хотя... Кого-то слышу. Кого-то слышал? Вон! Кто это там? Чё? Ау! Ё-моё! Кто это? Бандосы 100%! Получай! Отлично! Так! Где они? Он же точно не один! Блин, капец! Как они меня нашли? По поезду 100%! Тяжело его не заметить, честно говоря. Ах, надо было дальше проезжать, не останавливаться так рано. После стычки с бандосами-то. После этой лесопилки, я думаю, они до сих пор на меня обиду таят. И уж точно хотят отжать мой поезд. Блин. Так, ладно. Попробую его обыскать немного. О, припасики, отлично. Так. Тихо. С этой, что ли, стороны? Черт побери, они повсюду. Так, вроде как. Ну, вроде бы не видно. Так, ладно, пробегу, короче, вот здесь. А вон спереди! Черт, попал! Получай же ты! Готов? Так. Где? Где-то здесь. Попробую гранату-ка вперед прокинуть и еще одну тоже туда. Быть может, получится кого-то зацепить. Я слышу, они где-то в той стороне. О, я там еще и подорвал что-то, по-моему. Какой-то баллон, что ли, или что-то в этом духе. Так, ладно, вперед. Где вы, блин? Выходите! Ау! Ё-моё, а вот он! На тебе! Отлично! Блин, тоже попал, а! Черт! Такими темпами неплохо, так мне... Ах! Всю броньку снимут, а потом еще и меня, возможно, застрелят. О, кстати, я одного зацепил. А, нет, нифига, я зацепил гранатой там! Целую толпу... Ау! Кто? Откуда? А, вон они! Да на, блин! Получай же ты! Готов нафиг! Фух! Хорошо. Блин, как же граната была вообще в тему просто троих развалить! Вон... Еще один. Я вас слышу. Чё думаете, спрячьтесь от меня? Ага, вот он. Пытается там закрыситься. Ау. Откуда с этой стороны стреляют? Не могу. Да хватит уже. На, вслепую тебя тоже. А! Где-то тут слева. Блин, не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Так, ладно, надо пробегать. Вперед, блин. В такую бурю. Вообще фиг поймешь, что где находится. Так, этот готов. Хорошо. Так, где-то там 100% впереди. Еще слышал выстрел. А, вот валяется мертвый. Погоди-ка, его что ли свой убил? Не понял. А, блин, в такую погоду, конечно, очень легко спутать своего с противником. Это там что, танк что ли стоит? Ладно, хоть не с него стреляют, вроде... Да хватит, блин! А! Опять зацепили. Откуда ты стреляешь? А вот! Получай, блин! Засел тут в крысу опять. Нифига не видно просто. Тяжело, тяжело заметить в таких местах бандосов, да еще и с вихрем настолько сильным. Вроде уже потише. Никого не видно. Эй, здесь есть кто-нибудь еще? Попробую еще звук издать, чтобы по эту сторону бежали. Черт, блин, меня ранили неплохо так. Ах, вроде бы... Ой, никого не видно. Потише, поспокойнее стало точно. Хх, надо отбежать. Сюда в сторону, а то что-то, блин, меня так нормально подзадели. Здесь вон еще ящики с припасами, там несколько турелей. Блин, да здесь настоящую, ах, оборону военной держали. Ох, вроде тут что-то горит. Можно погреться хоть немного. О, отлично. Блин, как же больно-то задели все-таки. Черт побери. Ах, сейчас вся кровь нафиг вытечет. Ох. Ё-моё, ладно. Все, лучше не задерживаться здесь. Надо добраться до поезда. Если сил хватит, конечно. Ох, ё-моё. Так, двигаться вроде куда-то в том направлении надо. Ладно. Ах, туда и поковыляю. Ах, еще немного. Чуть-чуть совсем. Ах, капец. Как они меня нашли в таком месте? Все-таки поезд... Привлекает слишком много внимания. Ах, черт, дальше не могу. Прилягу-ка я ненадолго здесь. Фу, может, полегчает немного.
Да уж, это был самый паршивый день моего выживания. Оказаться на заводе в такую бурю, да еще и нарваться на бандитов, это настоящее безумие. А эта пуля поменяла все мои планы. Я остался один на заводе в окружении зомби в самую холодную ночь. И что будет дальше, мне неизвестно. И, возможно, завтра я даже не проснусь. Но, в любом случае, эта история не заканчивается. Но мой четвертый день выживания подходит к концу. Напишите в комментариях о том, что вы досмотрели это видео до конца, чтобы я поставил вам лайк на ваш коммент. А также не забывайте ставить лайки под этим роликом, если хотите увидеть продолжение. И подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был я, Выживший Гост. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся скоро на новом ролике. Всем пока-пока-пока. Пока.